Вечер добрый. На Абаза ТВ прямой эфир. Программа о Антаке Хадсону, о наших современниках, способных менять окружающую действительность. Есть люди, для которых важно, чтобы дело не просто делалось или просто удовлетворяло какие-то амбиции, а чтобы оно еще делалось красиво, презентабельно. Таких людей не очень много. И такой вот эстет в бизнесе, в политике и в общественной жизни – гость нашей сегодняшней программы. Геннадий Леонидович Гагулия, добро пожаловать. Спасибо за столь лестную оценку. Да нет, я не думаю. Знаете, об этом говорят очень многие, об этом ваших качествах. Кстати, вот эта вот тяга к тому, чтобы делать все красиво, презентабельно, вот это вот ваше скрупулезное отношение к мелочам, откуда оно? Это как-то генетически, или вы в себе воспитали это? Я думаю, что это и генетически, и то, что я себя воспитал, что надо быть во всем обязательным и любое дело доводить до логического конца. Любое дело, которое оставляешь на полпути незавершенным, оно выглядит разобранным, разодранным. Дело, которое доведено до логического конца и с приложением, как говорят, всех усилий разных умственных, материальных, оно дает результат. Но доводить до конца – это одно. Я знаю, что вы очень любите, чтобы это все было, ну вот на самом деле красиво выглядело. Но знаете, это не только я люблю. Как говорят, есть такая хорошая пословица: красота спасет мир. Угу. И чем мы будем больше красиво выглядеть, чем лучше наша республика будет выглядеть, чем лучше будут выглядеть наши люди, весь наш народ, который имеет большую историю, я думаю, ничего в этом удивительного нету. Это те генетические наши корни абхазов, которые передавались из поколения в поколение. Но я каким-то случайным образом тоже туда попал. Вы знаете, вот я когда думала о сегодняшней передаче, о нашем сегодняшнем герое, то есть о вас, я вот вспомнила, у меня сын сам айтишник, и он мне вот такую вещь одну рассказывал. Ну, естественно, его кумир – это Стив Джобс, основатель компании Apple. Вот, и всех этих наших айфонов, вы знаете. Он говорил, что вот он требовал от своих работников, когда они создавали дизайн продукции Apple, чтобы все было красиво и совершенно не только снаружи, но и внутри. Вы представляете, вот эти внутренние детали, то есть туда, куда обычный пользователь, такие как вот мы с вами, никогда не увидит и не залезет, чтобы было тоже все красиво сделано. То есть это не был какой-то его бзик. То есть он уверен был, что только красивая вещь будет хорошо работать. Ну, знаете, с этим? Внешняя красота – это мишура. Угу. А любая мишура, она портит впечатление. Угу. Поэтому красота не может быть внешняя, угу. Красота может быть и внешняя, и внутренняя. Только имея внутреннюю красоту, можно создать внешнюю красоту. Знаете, они друг от друга неотделимы. Человек внутренне некрасивый, я извиняюсь так выражение, он не будет внешне по своим делам красивым. Это такое сочетание, он не только правильно требовал, оно должно соответствовать одно другому. Геннадий Ильич, ну вы по образованию строитель. Ну, вы закончили белорусский политех. Да. Я это вычитала в биографическом словаре. И все-таки какой-то период вы работали строителем? Ну, я не какой-то период работал, я работал большой период. Я успел построить кое-что. Даже mm-hmm. вот сегодня тем, что мы хвалимся на озере Рыце, там mm-hmm. построено мною все. Ух ты! Да, и поэтому большой опыт я бы не сказал бы, но mm-hmm. по крайней мере лет 8 я работал в прямом строительстве. Потом по роду своей деятельности я стал заказчиком, то есть наблюдал за строительством mm-hmm. на том же озере Рыца. И потом как-то, знаете, пришлось заниматься всеми разными делами. И для того, чтобы достичь понимания, чем ты занимаешься, мне пришлось заниматься самообразованием. Mm-hmm. И так как я работал всю жизнь на комбинате озера Рыца, который и в основном занималась приемом туристов и общественное питание, которое там осуществлялось, для меня это было что-то новое. И я взял к себе учителя-товароведа этого комбината, старейшего работника,
и который меня там в течение определенного периода тренировал на вещи, которые я бы разбирался. Ну, так потихонечку пришло понимание того, что какие процессы происходят. А, ну вообще вас считают очень многие чуть ли не первым абхазским бизнесменом. Ну вот в полном смысле этого слова. Вы сами как к этому относитесь? Вы знаете, таких, как я, много. Это перестройка, которая прошла в 89 году, открыла возможности, и только человек, не верящий в то, что новые времена наступили, он ничем, а многие поверили, и многие стали предприимчивыми, очень много. Но так как у меня было, может быть, больше возможностей, я тогда возглавлял Гудаутское райпо, и учитывая, что райпотреб, союзы, все это такая, знаете, начальная форма свободного бизнеса. Там таких государственных нормативов и государственных жестких отношений не было. Там загадовительная система, там производство свободно было, ценообразование было свободно, зарплата, начисление, все было свободно. То есть при желании подумать и при желании перестроить была возможность сделать эффект. И в течение 2 лет мы достигли того, что Гудаутское РЭПО стало одной из лучших в Абхазии. Кстати, вот вы говорите про райпо, на самом деле мне кажется, что вот ваш такой взлет, когда раскрылись ваши именно такие вот предпринимательские качества, были именно когда вы возглавили райпо. Я, кстати, вот будучи еще школьницей, впервые, ну, очень часто слышала вот имя ваше, Геннадий Гагуля, именно как вот главу района, это по потребительской кооперации, да, район потребительской кооперации. Но что-то о других начальниках я это не слышала, о других районах. Вообще что-то такое вы можете объяснить людям не советского времени? Ну, знаете, потребительская кооперация — это вот та форма свободной торговли, которая, может быть, даже она сегодня тоже необходима. Вся потребительская кооперация была основана на пайщиках, то есть на людях, которые за счет своих паев создавали это предприятие, и на основе их паев имелась возможность это предприятие там раскручивать, облагораживать. А ваш успех в чем был? Наш успех был, что были убраны те препоны, которые иногда мешали вот нашим, как вот, некоторыми советскими законами, что это нельзя, то нельзя, сюда нельзя, туда нельзя. И я даже поставил условие перед покойным председателем Абсоюза, что согласно закону, согласно уставу, мы свободная организация, которая имеет право принимать сами решения, назначать себе зарплату. И вы смогли этого добиться? Да. И я поставил условие: если я иду туда работать, я буду действовать так, как велит закон. Если вы будете мне мешать и постоянно одергивать, это нельзя, то нельзя, ну, значит, у нас не получится работа. Но к великой радости он пошел навстречу, и даже не то, что пошел, старался помочь в каких-то определенных делах, давая указания своим сотрудникам, чтобы они к нам не приезжали и нас не одергивали. И в течение определенного периода времени мы смогли перестроить внутреннюю систему, заинтересовать людей, то есть поставили в форму оплаты труда каждого сотрудника совершенно по-другому. То есть он даже работал от выработки, сколько сможет, и мы определяли, какой процент. Потом наладили взаимоотношения с другими государствами. Мы в то время... Это вот еще в советское время? Да. В то время мы начали работать с Италией, с Польшей, с Чехией. Поставляли разные товары, которые производились у нас, и те, которые имели спрос. Вот в Италию мы отправляли, предположим, орех, фундук. В Польшу отправляли цитрусовые, и все эти наши фрукты, которые были. То есть, как вы знаете, если будешь думать,
и хочешь добиться результата, всегда добьешься. Понятно. Как-то вот в разговоре, говоря о нашей сегодняшней, нынешней действительности, вы, к сожалению, сказали, что мы превращаемся в общество потребителей. Кстати, ну, как-то, как, да, так слышать это из уст человека, который, в принципе, в свое время был бы доволен ростом потребительской, покупательской способности, вроде бы, да, как это хорошо же. Почему вы так считаете? Ну, знаете, в мире есть разные государства, которые mm-hmm. по-разному имеют какой-то индекс потребления. Uh-huh. Вот если взять, например, высокоразвитую страну, как Япония, uh-huh. она крайне отличается от многих высокоразвитых государств тем, что у них вот этот индекс потребления стоит на самом низком уровне. Это что, это менталитет? Это менталитет, это традиции, это то, что с ними вот как вот прошло через вековые их традиции, mm-hmm. и сегодня из потребления они не делают культовые, надо лучше одеваться, лучше. Вы знаете, у них такие разные градации есть. Лучше еда, чем одежда, лучше одежда, mm-hmm. чем жилье. То есть mm-hmm. из всего меньше и меньше и меньше. То же самое было же у абхазов. Многие просто забыли, что абхаз никогда не возделывал лишнее. Да. Абхаз никогда не делал то, что могло там испортиться. Или абхаз никогда в лесу не убивал дичь больше, чем хватало на его семью. То есть он довольствовался тем, что нужно ему на данный период времени, и так, чтобы его семья, его близкие ни в чем не нуждались. Но никто никогда не думал о том, чтобы иметь там, условно говоря, 20 костюмов, 20 лошадей или еще что-то. То есть он имел минимум. Да. А не потому, что он не мог это сделать. Он понимал, что и от природы надо, если в лесу он лишнюю дичь не убивал, угу. не потому, что не мог убить. Мог убить. Он понимал, зачем ему две косули, если хватает одной косули на себе. Хорошо, но тогда вот то, что мы сегодня, вот наша вот эта болезнь, что то, что мы имеем, обязательно должны на себя надеть, показать, все это. Мы должны переболеть этим, как вы думаете? Ну, знаете, этим болеет весь мир. Это, знаете, реклама какая-то, великий двигатель торговли, который изобрели американцы, и практически вся вот эта гонка потребления началась с американцев. После Великой Отечественной войны, и когда были образованы определенные разные государства, и Америке нужно было показать величие своей державы. И для того, чтобы показать величие, надо было создавать определенные... Советский Союз тянулся за этим. То есть пошла гонка, кто лучше, кто прекраснее. И у людей начали воспитывать, что чем больше он имеет, чем он лучше одет, чем он лучше выглядит, он еще лучше, еще лучше и еще лучше. То есть реклама как один из элементов потребления настолько вошла в жизнь человека, что он неосознанно заходит в магазин и может купить вещь, которая ему никогда не нужна. Да. И он даже потом сам себя будет спрашивать, а зачем я ее купил? Угу. Это все современный маркетинг. А вот что такое бизнес по-абхазски сегодня? Вы можете сказать? Что он из себя представляет? Такого выражения, как бизнес по-абхазски, нету. Бизнес угу. есть бизнес. Угу. Бизнес в Америке, бизнес в Германии, угу. бизнес в России. Угу. Если я просто в кавычки возьму бизнес uh-huh. по-абхазски, это немножко не очень красивая картина там. Но тот бизнес, который у нас сегодня есть, он нормальный бизнес. Он воплотил в себе догматические uh-huh. основы и развивается. Не хватает некоторых законов, не хватает самой внутренней структуры, которая для развития бизнеса там. Кредитное финансирование, еще что-то, mm-hmm. еще что-то. Но это как раз издержки нашего времени, mm-hmm. и это, я думаю, пройдет, и мы достигнем
Вы знаете, если вот проанализировать состояние нашего бизнеса, ну вот 10 лет тому назад, и сегодня, это две громадины. Очень большая разница. Стало лучше? Конечно. Намного стало лучше. Это даже можно посмотреть по многим магазинам нашим, как они оформлены, как они преподносят. Многие наши объекты общественного питания, это уже не затрапезные, которые... А сегодня уже каждый понимает, что если наш удел встречать гостей, встречать туристов, если мы в основу нашей экономики поставили туристическое обслуживание, значит, мы должны достичь того, чтобы гость, который пришел к нам в гости, был доволен. Это в абхазов в традиции было заложено, что каждая хозяйка имела неприкосновенный запас, который был для гостей. То есть гость считался как превыше Бога, и почему мы сегодня не можем в обслуживании туристов поставить те же основы? Это должно быть таким же отношение к нашему туристу. Это наш гость, это человек, который посетил наше государство. Ну, в любом случае, вы оптимистично смотрите на развитие сервиса. Я не думаю, что оптимистично. Я немножко критически смотрю. Оптимистично, что он развивается. Но критично, что медленно. И не хватает еще контроля разных государственных органов, чтобы он развивался еще лучше. Понятно. Геннадий Ильич, но перед войной вот было создано новое ведомство, было Владиславом Арзенбе, назывался комитет, Государственный комитет по внешнеэкономическим связям Совета министров Абхазской АССР. И его возглавили вы. Какова была необходимость вообще создания этого комитета? Какую цель вы преследовали тогда? Ну, я думаю, все вы знаете, что советское государство было плановое. И все в государстве было четко все распределено. Откуда получишь, от кого получишь, кому отдашь, что сделаешь. И так как мы начали отделяться от Грузии, и мы смогли провести... 91-й год был, да, если не ошибаюсь? Мы провели многие даже преобразования, как статистику стали вести отдельно. И я лично этим занимался в Москве, мы решили этот вопрос. То есть мы шли на отдаление от тех, как сказать, объемов поставок, которые шли через Грузию. То есть, попросту говоря, такое независимое существование, к нему вы стараетесь прийти? Да, вот Владислав Григорьевич понял, что для того, чтобы мы могли существовать, мы должны сами как раз себе получить возможности контактировать и с разными государствами, и с разными областями России. И что с Грузией мы ничего не получим, так как плановые поставки, они шли все через Грузию. И было им принято решение организовать такой комитет, ну и он предложил мне. Ну, я думаю, что мы хорошо поработали, мы смогли в течение года очень много контактов наладить. Я даже иногда хвастаюсь, что в то время то, что мы завезли 5000 тонн мазута Тхварчал, помогло нам в войне победить грузинов. То есть что... это в Тхварчале находился, да? Да, потому что из этого мазута делали солярку и на ней катались наши... Заправляли танки, да? Да. Спецтехнику. Никитченко даже как-то после войны пришел и ко мне говорит: Геннадий, вот если бы тебе это не привез бы этот мазут, как бы я заправлял танки? Я говорю: откуда я знаю? Он говорит: ну, ты знаешь, что ты нам произнес, ты лучше бы солярку завез бы, чем, говорит, мы из мазута делали солярку. Ну, вот, процесс нужно было крекинг провести для того, чтобы из мазута получить еще солярку. Ну, и ваша вот эта должность уже во время войны так плавно переформировалась в комитет, то есть ваше ведомство, комитет по жизнеобеспечению. Нет, это немножко не так. Нет? А комитет, когда мы ушли из Сухума, не перешли в Гудауту, ну, первое время была какая-то такая, как это правильно сказать, неустроенность всех и вся. И я просто для себя решил, что я как член правительства,
который занимается внешними связями, надо создать систему, которая будет заниматься жизнеобеспечением Абхазии. То есть я сам себе назначил, сам себе создал команду, собрал всех гудаутцев, которым как говорят, делать было нечего, или делать было нечего, но я их распределил. Один вот занимается сбором денег, второй занимается сбором макулатуры, третий занимается сбором топлива, четвертый из эшеры. Вот даже могу привести пример. Ныне начальник нашей дороги Губас. Он многократно мне заявлял: Леонидович, ты хочешь, чтобы меня убил? Я говорю, почему? Ну, потому что он ежедневно провозил десятки автомашин с иширской нефтебазой, которая была почти окружена грузинскими войсками. И вот мы оттуда вывезли 800 тонн солярки, которая нам очень помогла потом уже при развитии нашего наступления на Гагру. То есть и прошло там какой-то определенный период времени, и Владислав Григорьевич официально указом уже на нашу созданную нами организацию официально ее закрепил, и она просуществовала там в общей сложности еще месяца два, пока мы все структуры власти не начали правильно работать, пока у нас полностью не была организована армия, довольствие и все. Потом мы это прекратили. И тогда вот Владислав Григорьевич назначил меня заместителем председателя Совета Министров. Для того, чтобы я имел больше, как это сказать, прав, выезжая в Россию. Ну, знаете, одно дело, когда председатель комитета, а другое дело заместитель председателя Совета Министров. И, честно говоря, вот многие вещи, которые предвидел Владислав Григорьевич и создавал, и делал, помогало и в работе, и в делах. Понятно. Мы вернемся еще к этой теме через пару секунд. У нас сейчас передышка. Ну что, 95-97 годы вы возглавили правительство Хазии. Ну, не я возглавил, а президент поручил мне. Ну да, вы возглавили правительство. Такое послевоенное время. Что это за время было для вас? Ну, честно говоря, это было самое тяжелое время, ну и самое радостное время тем, что мы победили. Мы как победители немножко себя вели плохо. Многие считали, что главное победить грузин, а остальное все с неба свалится и как манная каша. Но, знаете, не хотелось об этом говорить, но скажу. Мы в то время собирали 11 тысяч тонн чая. У нас работали молзавод, не один, а пару. Это вот я напомню зрителям, что это в условиях блокады все делалось. Да, и все вроде бы закрыто было, ни одна муха через границу не могла пролетать. Мы работали, кормили народ, я не скажу, что жили все в довольстве, но нуждающихся и умирающих у нас не было. У нас производство, многие работали. Потом прошло какой-то период времени, я когда вернулся уже второй раз по приглашению Владислава Григорьевича опять премьер-министром, я был в ужасе. Те предприятия, которые я ставил работающими, их не стало. И они все пропали. И то есть, ну, есть некоторые вещи, которые не будем говорить о них. Ну вот в это блокадное время, какие были главные, какие были приоритеты вообще для вас? Какие вы ставили задачи? Приоритет... Ну, выжить было самое. Народ, его социальное положение. Вы знаете, мы в то время выдавали зарплату хлеба. Да. То есть было, я это хорошо помню. Было определено, что вот вы по своей должности должны получать в день одну булку хлеба. Да, 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 да. А второй там должен был получать две булки хлеба. Но, так как мы смогли обеспечить и смогли сделать так, что хотя бы хлеба у нас было полное
обеспечения. Mm-hmm. У нас не было нуждающихся, чтобы кому-то не достался хлеб. Mm-hmm. У нас, может быть, денег не было, мы не могли зарплату дать, но хлеб, сахар, еще какие-то mm-hmm. вещи первой необходимости, они все были. Но в те годы мы еще за счет чего это прошло, мы смогли заключить соглашение с Татарстаном и с Башкирстаном. Mm-hmm. Вот, также по поручению Владислава Григорьевича я этим занимался, и к великой своей радости успешно. И даже могу сказать, что когда мы ехали в Татарстан, mm-hmm. и Владислав Григорьевич мне такую вещь сказал, я до сих пор ее помню. Если, говорит, что-то там Геннадий будет плохо, и меня встретит не так, как положено, я тебе, говорит, ну, я говорю, хорошо. Ну, поездка прошла на ура. А поездка даже прошла не только на ура, ну, там все было отрегулировано, там было рассчитано до мелочей, до секунды. Мы ночью подписали, то есть ночью вылетели из Татарстана в Башкирстан. Утром в 10 часов мы подписывали уже с Башкирстаном договор, соглашение. А в это время в МИДе России был великий скандал, выступление тогда Бориса Николаевича Пастухова о том, что Татарстан и по Абхазии не имели права заключать т.д. То есть мы смогли опередить время, и мы смогли сделать так, что мы получили в союзники какую-то часть российского государства, хотя блокада была объявлена той же Россией. Да, но эти связи нам еще очень долго помогали, да, я помню. Не только помогали, вы знаете, очень много, особенно Татарстан, очень многое нам сделал. Я многократно встречался с президентом Татарстана, с президентом Башкирстана. То есть я даже постоянно, когда приезжал в Татарстан, я жил на госдаче, ходил там как лунатик один. А сколько студентов в Башкирии потом закончили? Нет, очень много. Да. Знаете, говорит сейчас, почему вот приятно, что с приходом Равиля Джумковича вот Возобновились опять эти контакты, да. Приезжал сюда президент Татарстана, очень такие теплые, хорошие взаимоотношения, которые будут развиваться, даст еще. Татарстан очень интересная республика, и она самодостаточная, раз, и во-вторых, она уважаемая, и к ней особое отношение даже в самой России. Да, с нее можно брать пример, нам тоже. А вообще, с чем была ваша отставка связана тогда? Отставка была связана не с тем, что я там плохо работал или не приносил. Это были чисто политические наши внутренние дела. Нас любят иногда разделять территории. И Владислав Григорьевич, учитывая ситуацию, мы долго с ним говорили, и он говорит, ну что делать? Я говорю, знаешь, давай не будем. Я уйду потихонечку в отставку и там что-нибудь придумаем. Понятно. После вас был Сергей Васильевич, потом Андрей Михайлович. Нет. И в 2000... Потом был Цугба, а да, потом... Да. Потом был... Сергей Васильевич, потом Андрей Михайлович, и потом в 2003 году было ваше второе возвращение. Вот каково было вам второй раз возвращаться на пост премьер-министра? Ну, знаете, это была просьба Владислава Григорьевича. Да, я понимаю. И мы долго говорили. Очень была сложная ситуация. И я знал, какая ситуация, я знал, как тяжело, и что там не очень хорошо все было. Но он честно признался, он говорит, очень трудно. И я, говорит, только верю тебе, и я хочу, чтобы ты возглавил правительство, потому что так получилось, там были люди, которые там совершили какие-то неблаговидные поступки. И я говорю, зачем мне это нужно? Я тихо, спокойно себя чувствую. Я находился тогда в Москве. Ну, как-то себя пристроил. Все было нормально. Ну, ты же, говорит, патриот. То есть он меня поймал на том, о чем я не мог. Ты не хочешь рядом со мной? Я тебе враг?
Ну, пришлось сказать, ну, извините, все, и пришел. Да, но и тот срок тоже был ваш небольшой. А что вы тогда вот успели, о чем вы сейчас можете вспомнить, самое главное? Ну, что успел, это повысилась ответственность многих работников за работу, за которую они отвечали. Во-вторых, я люблю работать командно. И я, конечно, свое мнение ставлю иногда превыше, чем... Но я люблю слушать советы и выносить решения окончательно. Но я люблю, чтобы в команде, в которой я возглавляю, чтобы были люди, которые думали бы и которые отвечали бы. То есть я могу сказать, что я даже запретил многим министрам приходить ко мне и спрашивать, как это сделать или что-то сделать. Был поставлен вопрос. Ты член правительства, ты отвечаешь за порученное дело и сам самостоятельно отвечай. Не надо приходить ко мне, спрашивать якобы у меня. Если плохо будет, потом будете говорить, что это мы советовались с премьером. Если будет хорошо, вы будете говорить, что мы такие молодцы. Не надо. И молодцами будьте, и плохими будьте, но сами. Ко мне можете приходить только для взаимодействия. Понятно. Но если говорить о каких-то глобальных вещах, вот я попыталась как-то вспомнить 2003 год, все-таки это вот отношение немножко изменилось бизнеса и государства, да, между ними, налоговая политика. Помню, вы еще даже попытались первым ввести кассовые аппараты. Правда, это особым успехом не увенчалось это дело. Вы знаете, есть многие элементы ведения бизнеса и многие элементы увеличения бюджета. Многие не понимают, что вот этот бизнес, который многие проклинают, и на многих предпринимателей, которые пальцем показывают, что они платят налоги, и государство, одно из поступлений, это даже вот то, что сегодня таможня получает, это же тоже от бизнеса. Если бизнес не будет ничего завозить, ничего не вывозить, таможня тоже не будет работать. Если налоговики не будут работать с предпринимателями, предприниматели ничего не будут делать, они тоже не будут ничего получать. То есть все доходы государства идут от успешного ведения бизнеса. Но бизнес так устроен во всем мире, он считает, что там, где государство не досмотрело, и где оно не видит, чем бизнес занимается, он уходит в эту степень. И идет борьба между государством и бизнесом. Знаете, по-русски, кто умнее, у того денег больше. Но я еще в 2003 году, собирая бизнес и разговаривая душевно, я им как-то сказал, знаете, мне непонятно ваше отношение к бизнесу. Это предпринимателям, да? Да, и государству. Я вот смотрю на многих вас, вы богатеете, вы становитесь лучше и лучше, а наше государство, на основе которого вы богатеете, становится беднее, беднее и беднее. Вам не кажется, что если наступит момент, что наше государство пропадет, потому что не может себя содержать, ваше богатство рухнет? Вас тоже не будет, и вашего богатства не будет. Так не лучше ли нам спокойно договориться и быть довольными? И вы, чтобы были довольны, и государство было довольно. Давайте, ребята, понимать, что государство это наше, это не чужое государство. Но многие, я думаю, понимают, многие создают, и многие сегодня государству, я не знаю, как правильно сказать, но вот за последние два года, если смотреть, там хоть многие голоса раздаются, это не сделал, то не сделал. Нельзя в мире все сделать. Сегодня в Америке, в которой сегодня считается великая держава, первая держава в мире, миллион недостатков, миллион всяких проблем. Ну да, понятно. И у нас тоже есть проблемы, но у нас динамично, потихонечку развивается и само государство, и сам бизнес. И даже то, что мы сегодня оплату производим своими силами, это большой плюс. Вы знаете, может быть, не очень большие зарплаты, но полностью все обеспечены этой зарплатой, которая есть. Вот, вот этот период, когда вы были премьер-министром в 2003 году, многие ставили вам в упрек, что вы
пытались монополизировать какие-то вот отрасли экономики, в том числе там ввоз каких-то продуктов и так далее. Но дело не в том, что монополизировать. Угу. Речь шла о том, о цивильном завозе товаров. Угу. Вот даже то, что сегодня у нас существует так называемый бизнес газельный, так мы называем угу. его, он, конечно, помогает жить, развивается средний достаток у среднего населения, но он не приносит большой пользы государству, так как идет большая утечка товаров, ценообразование, которое происходит, никто не видит. Многие товары продаются за наличный расчет, то есть многие финансовые инструменты остаются в стороне. То есть государство не получает то, что ему нужно получать. И когда речь идет о завозе, как говорит вы, монопольно, это не монопольно. Это сегодня, если можно было бы цивильно завозить в Абхазию в том количестве, сколько нужно там, условно скажем, сахара, еще что-то, третье, пятое. То есть были крепкие фирмы, которые мы, они прозрачны. Они четко отвечают перед государством за свои действия. Через границу они не могут пройти незаметно. Все бумаги они должны оформить. Все финансы, которые они отправляют за границу, они все открыты. Сейчас, тем более, будет сейчас принят, например, мы тогда еще не смогли принять, а вот сейчас только будет приниматься закон о валютном контроле. То есть деньги. Раньше могли перечисляться деньги из Абхазии в любую точку мира, и никто не контролировал, куда они ушли, зачем они шли, и есть ли обратный возврат товаров. То есть главное это была цель, это контролировать все-таки, да? Ну, вы знаете, главное, главное в государстве это контроль. Не фискальный контроль удушающий, а контроль над любыми действиями. Вот то, что вы сказали о кассовых аппаратах, это один из инструментов контроля над продажами. Если этого контроля нет, значит продажи все непонятны. Ну все это прозрачность оборотов, денег, да, понятно, когда это все видно, да. То есть, в 2003 году у вас еще была встреча с Путиным. По-моему, это была вообще первая встреча, когда Путин принимал, да, вот абхазского чиновника. Ну да, так получилось в силу того, что Лайсаб очень не мог. Было поручено мне встретиться с Путиным, и так получилось, что наша встреча прошла один на один около часа, мы говорили о разных проблемах. И потом в течение еще 3 часов в присутствии Шеварднадзе у нас продолжался разговор. И я вот для себя тогда понял, что мы не одни, что даже мы были не признаны, у нас 1 000 000 разных проблем было, но уже тогда было понятно, что Россия с нами, что я никогда не мог предположить, что в 2000 году, в 2008 году нас Россия признает. Но мне тогда было понятно, что мы не пропадем, потому что Россия была с нами рядом. Вы знаете, это очень многое значит, когда рядом твой сосед, как говорят, и богаче тебе, и крепче тебе, и сильнее тебя, есть к кому обратиться. И я после разговора с Путиным понял, что у нас есть будущее, и это будущее такое неплохое. Я думаю, как раз мы сегодня видим И вы не ошиблись. Плоды всего этого. Та ваша отставка тоже 2000 в 2004 году тоже была, естественно, по политическим причинам. Была очень сложная ситуация. Не будем сейчас на ней особо останавливаться. Я так помню ваше вот это видеообращение в связи с отставкой. Было такое эмоциональное. Дальше вы возглавили администрацию президента. Ну, вообще, если должность премьер-министра, она такая видимая, она всегда критикуемая, ну, самая, может быть, критикуемая, даже больше, чем президента. А вот должность главы администрации, она как бы не на виду.
вообще не всегда ясно, чем занимается глава администрации президента. Что для вас это была должность? Я помню, что вы даже ввели такое управление по контролю выполнения указов президента. Вот зачем это нужно? Ну, знаете, я вам скажу так. Это, если рассматривать с военной точки зрения, есть командующий, есть начальник штаба. И начальник штаба – это человек, которого никто никогда не вспоминает. Есть он, нету. Все в военных сводках говорят, командующий такой-то, фронт такой-то, победил такой-то. А что у него штаб, который все это регулирует, все это подготавливает, все это дает уже как готовое и отпускает войска, об этом никто не вспоминает. То есть это, так будем говорить, рабочая лошадь. Та, которая должна быть. И вот администрация президента – это та структура, которая должна создавать все условия для работы президента, правительства, всех вместе взятых. Ее работа вроде бы внешне незаметна, но внутренне она имеет очень большое наполнение. И чем успешнее будет работать администрация президента, тем успешнее будут проходить многие вопросы, которые решаются президентом и правительством. А вот это управление, в итоге, какова была его все-таки миссия? Ну, миссия, знаете... Что-то дало это все-таки? Сегодня вот на встрече с президентом Мехваби сказал такую вещь, что у нас очень большое количество законов, но мало подзаконных актов и инструкций, положений и еще нормативов. То есть одно дело печь законы как пирожки, но работать, чтобы эти законы работали, надо их прослеживать. И одно из главных условий создания этого управления было, чтобы понять, как эти законы работают, как они доходят до конечного потребителя. Это будет главы администрации районов, главы поселков. Или и что вы выяснили? И выяснили, что процентов 60 указов президента только выполнялось, 40 то ли выполнялись на одну треть, то ли на половину. То есть проваливались многие вопросы, которые, согласно указам, вроде бы дано указание их выполнять. Все считают, что они в работе и что их выполняют, а они, кажется, не выполняются, и никто их не знает. Эти даже законы никто и не читал. А создавая следующие законы, создавалась проблема, потому что они наслаивались на те, которые законы не выполняются. У этих законов нет подзаконных актов, нет инструкций, нет положений, люди не знают, как с ними работать. И в итоге наслоение разных законов приводит к беспорядку. И что вы потом с этим делали? С этими данными? С этими данными? Как вы пытались улучшить эту ситуацию, можно сказать? Ну, для этого есть рычаги разные. Но вы их применяли, получалось. Волевые и не очень. Вы Владиславу Григорьевичу докладывали? Конечно, конечно. Владислав Григорьевич был в курсе всех процессов, которые у нас происходили. И даже созывая кого-то и ставили известно, что вот завтра будем там вызывать главу администрации, поэтому мы давали ему повестку, с кем будем разговаривать, что будем делать, кого будем по голове бить, кому медали раздавать. Но знаете, опять это возвращаемся к контролю. Это тот контроль, который необходим. И я думаю... Это тоже функция главы администрации. Да, потому что вот администрации, я же говорю, она так и называется администрация президента. То есть это все то, что работает на авторитет главы государства. Понятно. Мы вернемся в студию. У нас есть такой фотоколлаж, который наш режиссер подготовил из тех фотографий, которые нарыл в интернете.
Ну что, на фотографиях мы видим, в этом коллаже есть много фотографий с выставок. Сейчас я, конечно, хочу перейти к главной, к основной, наверное, для вас, для нынешней вашей теме. Это торгово-промышленная палата. То есть можно сказать, что вот торгово-промышленная палата – это абсолютно вот ваше детище. Вы, наверное, можете сказать, что вот это сделал я. Да, могу. Потому что я, когда в силу разных причин ушел от главы администрации, и Владислав Григорьевич как-то решал вопрос, что, зачем. Я говорю, знаешь, я не буду заниматься никакой больше работы, я буду заниматься торгово-промышленной палатой. И для него это немножко было что-то новое, непонятное. И, ну, мне там пришлось объяснять, рассказывать, где, зачем, почему для этого. Но в итоге мы пришли к выводу, что я его убедил, что это надо. И вот с того момента, согласно его указу, создалась торгово-промышленная палата. И... А вообще идея как возникла она у вас? Ну, знаете, идея возникла... Иногда мы читаем книжки разные и рассматривая модели развития бизнеса и влияние разных структур на бизнес и какие роли выполняют государственные органы, какие выполняют общественные органы. И я понял, что модель торгово-промышленной палаты, которая существует уже 400 там, с лишним лет, что она настолько эффективна, и весь мир ее поддерживает, и весь мир старается оказать максимум возможностей развития торгово-промышленной палаты. И когда я стал анализировать, как она влияет, как она взаимодействует, кем является перед государством, как государство на него может возложить, является, знаете, общественной организацией, она может выполнять государственные заказы, то есть поддерживаться даже и государством из бюджета. К сожалению, у нас, правда, этого не наблюдается, но то есть многие вопросы, которые через торгово-промышленную палату государство может проводить, даже вот и такое государство, как Тайвань, в одно время некоторые не признавали, оно создало филиалы торгово-промышленных палат во всем мире, и через них проводили все политические свои вопросы. Да, и неплохо они себя чувствуют. Да. Сейчас. И они сейчас почти так же осуществляют. Понимаете, торгово-промышленные палаты, вот вы заговорили о выставках. Вообще, в чем вы миссию видите торгово-промышленной палаты вот для Абхазии? Ну, для Абхазии это первое, то, что мы сегодня поддерживаем взаимоотношения очень плотно с Россией. У нас соглашение с торгово-промышленными палатами России почти во всех областях, кроме вот Дальнего Востока и тех, которые совсем далеко от нас. Мы анализируем, какие товары завозятся из России. Мы имеем полностью оборот в численном выражении, в ассортиментном выражении, что мы взаимодействуем с торгово-промышленным палатом тех областей, предлагаем им то, что у нас можно на экспорт отправить, чтобы они проработали со своими предприятиями. Мы получаем от них предложения, которые мы рассылаем, которые мы размещаем на нашем сайте. То есть проводим ту работу, объединяющую предпринимателей Абхазии с предпринимателями ну, для России контактно, конкретно, а с другими странами. У нас вопрос, знаете, такой, ввиду нашей непризнанности, вот наше участие во всех выставках определяется нашим просто имиджевым показателем для Абхазии. Рассказать об Абхазии, показать Абхазию, чем мы сильны. У нас там хорошие баннеры подготовлены, материалы. Мы... Кстати, вот вы берете на себя функцию многих ведомств, тоже в Абхазии, которые должны были бы, да, это делать, именно вот по имиджу Абхазии, вот что вы говорите, по налаживанию связей и так далее, и так далее. Я понимаю, что это происходит там
вынуждено, вам приходится, вы можете, вы это делаете. Нет, не вынуждено. Это одно из наших, как раз, специфики работы. Просто мы на фоне того, что не любые министерства не могут проводить ту работу, которую мы проводим, потому что они государственные органы, а мы общественные. У нас даже был казус, когда мы на одной из выставок хотели включить состав делегации, я сейчас не помню, то ли заместителя министра, то как только мы включили государственного чиновника, сразу возник вопрос, кто, зачем, для чего и почему. Понимаете, общественные организации во всем мире имеют определенный статус и какой-то иммунитет, и считают, что они государству являются независимыми. Вот у нас даже даже нас не признают, но мы получаем товары почти со всего мира. Около 30 стран, с которыми мы взаимодействуем, и с которых получают товары. Ну, может быть, от товарооборота 1 или 2 или процента, но все равно получаем. У нас был такой случай, что из Германии пришел товар в виде оборудования для дома печати, и там был некомплект. И они составили акт на государственном уровне и послали его в Германию. Те им ответили, что такой акт мы не принимаем, акт должен быть проделан торгово-промышленной палатой, независимо от государства. Скажите, пожалуйста, из чего формируется бюджет? Наш бюджет, он формируется из разных источников. Он формируется, мы, во-первых, оказываем услуги. Услуги разного характера, от консультативного до конкретного выполнения бизнес-планов, проведения экспертизы. Плюс мы выдаем сертификат происхождения. То есть мы самостоятельно зарабатываем то деньги, членские взносы, чем больше мы сможем освоить и пригласить к себе предпринимателей, которые и нас поддерживают, и понимают, что мы участвуем в определенных их вопросах. То есть все это вместе вот дает наш бюджет. Геннадий Ильич, скажите, пожалуйста, вот какая разница для вас между заработать деньги и сделать деньги? Ну, вы знаете, вот в государстве есть... Ну, вы согласны, что есть два таких понятия? Есть государственные структуры, есть... Вот мы с вами зарабатываем деньги своим трудом, своим умением, своей головой. Вот ребята все стоят, которые здесь, все зарабатывают деньги. А делают деньги, это как называемые криминальные структуры. Это люди, которые деньги зарабатывают вне закона. И хотя сами иногда являются респектабельными людьми. Но их доход... Я думаю, когда-то придет время, что будут заведены декларации, будут учитываться, откуда, что, зачем и почему. Геннадий, но теневой доход это пол Абхазии. Вы же понимаете, что даже больше его часть. Ну, знаете, теневой доход, он может быть заработанный. Ну, в каком смысле заработанный? То есть они не делают деньги, а они зарабатывают деньги, но не отдают должное государству. Это прямой за. А делаю деньги, это немножко совершенно другая степень. Это вот там совсем, будем говорить, криминальная ситуация. Понятно. Геннадий Ильич, ну вы возглавляете общественную организацию, вы уже давно, как не чиновник. И тем не менее, я уверена, вы следите за всем тем, что происходит в государстве, за какими-то успехами, за недочетами и так далее. И бывает у вас такое, что вот вы знаете, как это вот сделать, вот вы бы это сделали так, да, вот вы как к этому подойти, как это что-то изменить, но, к сожалению, у вас уже нет ресурсов. Ну, знаете, как это... Есть сожаление по этому поводу? Кто-то из великих сказал, хорошо наблюдать бой со стороны.
и давать советы со стороны. Каждый считает себя стратегом, видя бой издалека, да, понятно. Но, знаете, есть которые вещи, конечно, как и у всех, кто любит свою родину, который беспокоится о ее будущем, всегда думаешь, а вот раньше вот в советское время была такая газета, называлась «Литературная газета». Да. И вот на последней странице у них такой был, не знаю, как его назвать, назывался «Если бы я был бы директор». И даются советы, вот если бы я был бы директором, что бы я сделал бы, вот это, вот это, вот это, вот это. Но это было в шутку, и, знаете, давать советы – это хорошее дело. Но да, лучше самому создавать и самому созидать. Я, например, считаю, что мне поручено дело, которое я занимаюсь, я его должен делать самым наилучшим образом. Я не должен смотреть, делает мой сосед или не делает, что он там, чем он занимается, или кивать на соседа, а вот он ничего не делает, я почему должен делать. У нас, к сожалению, у многих эта болезнь есть, и каждый старается думать не о том, что ему поручено, а соответствует ли он тому уровню соседскому или не соответствует. Когда это время пройдет, и я думаю, оно пройдет, и люди будут отвечать. А советовать, я, например, согласен со многими вопросами, в которых я мог бы поучаствовать, если бы меня кто-то спрашивал. Ну, так как меня и спрашивают, я только довольствуюсь тем, что я сам рассуждаю. Ну, как бы хорошо было бы. Было бы, да. Ну, в свое время вы были, можно сказать, и директором, как вы сказали, и всяким, кем вы хотите. Вообще есть какие-то вот сожаления по поводу того, вообще были ли в жизни какие-то ошибки? Вот, и, ну, знаете, сказать, и могли бы вы в них признаться вообще? Признавались ли вы в них? Сказать, что нету ошибок, и это было бы неправильно. Ошибки, любой человек, который что-то делает, его сопровождают ошибки. Но самое главное не в ошибках, которые ты видишь, что они ошибки, и которые можно исправить. Это нормальное явление, когда понимаешь роль ошибок и как их можно исправить, это нормальное явление. Это хуже всего, когда ты не признаешься в своих ошибках, когда ты их видеть не хочешь, и ты проводишь ту линию, которая идет в какую-то пропасть. Вот это самое главное и опасное. А говорить о том, что у меня не было ошибок, это, конечно, были ошибки. Я сейчас не могу конкретно сказать, в чем это были ошибки, потому что таких определенных государственных реформ, которые мы проводили, я не чувствую, что мы там сделали ошибки. Я просто считаю, даже то, что нами было сделано в 95-м, 97-х, да, это уже немножко устарело. Надо делать реформы. И приятно, что вот сегодня правительство, президент старается проводить реформы со скрипом, но они как-то должны. Без реформ у нас ничего не получится. Реформа должна быть, она, знаете, любая реформа, она опасна, потому что портить устоявшиеся уже взгляды и определенные взаимоотношения, и это может приводить к очень плохим, прежде всего, непопулярным, да, плохим результатам. И если ты уверен в своих реформах и сможешь собрать единомышленников, значит, оно получится. Умение найти единомышленников – это другая форма взаимоотношений, к сожалению. Ясно. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Леонидович Гагуля был сегодня у нас в гостях. Человек, который, я уверен, никогда не будет стареть душой и всегда останется на плаву благодаря именно своим личным незаурядным качествам. Мы встретимся в следующий вторник. Всем спасибо.